сегодня. Что ты снимаешь? Полицию заведи. Скажите, пожалуйста, что вы делаете? Забор делаем. А зачем здесь это нужно? Камеру убери. Почему? Не надо меня снимать. Ну хорошо, просто буду снимать ответы. Зачем он здесь нужен? Спросил у начальника. Кто начальник? Я могу его узнать? Название фирмы, ИНН, КПП, телефон, например. Или хотя бы просто название. Администрация, зайди. Администрация это где? На другой планете живет? Я всегда знаю, ты же здесь живешь, не я же живу здесь. Кто вас нанял? Администрация. Кто именно? Человек? Название фирмы? Нет никакой фирмы. Наталья Ивановна, что ли, исполняющая обязанность. Вот ее и ну, зачем? Полезные люди объясняют отношения с рабочими. Я это не понимаю. Ну просто вот зачем это здесь? Это уродство. Вы понимаете? Хорошо, а вот это что за штука? Генератор или что это? Интересно.